Волну возмущения вызвало в социальных сетях видео, на котором лихачи на дорогих машинах нарушают все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. На этих кадрах видно, что водители не подчиняются приказу полицейских остановиться. Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Двое мужчин средних лет за рулем автомобиля марки Cadillac Escalade устроили гонку на улицах города. Лихачей быстро привели в чувство. Сотрудники батальона патрульной полиции ГУП проверили документы водителей. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и правил дорожного движения водителям 30 и 32 лет предъявлено обвинение по статье 590, часть 5 и статье 594, часть 1 Кодекса об административных нарушениях. Составлены административные протоколы.